Сегодня 8 ноября. Решил я поменять летнюю резину на зимнюю. Вот она, видите? Ну, особо показывать не буду. Просто хочу рассказать, что у меня летняя резина стоит на таких дисках грязнучих, потому что улица у нас, если мои видео смотрите, сами знаете какая. Вот. Ну, я как меняю. Просто у меня на летняя резина на литых дисках, а зимняя резина, вот она, на штамповках. Поднимаю на домкрате. Здесь поднимаю на домкрате. Подкладываю с той стороны подкладки, чтобы машина не укатывалась. Вот. Отворачиваю 4 болта. И вот из-за чего я хотел показать сегодняшнее видео. Сейчас я вам, когда колесо сниму, болты отверну и буду ставить новое колесо. Ну, не новое, а зимнее. Покажу, что, на что обратить внимание. Отворачиваю гайки футерные, которые на конус прижимают этот диск. Вот с таким. Это я уже отвернул. Отвернул. Вот эту не отвернул. Эту тоже отвернул. Отворачиваю вот так вот одной рукой, без особых усилий. Опа! Вот так. То есть без рывков, без ударов, без ничего. А вот смотрите дальше, почему так происходит. Все, колесо снято. Заметили? У меня на шпильках, на болтах, которые держат вот этот диск на ступе, к ступице приворачивается, ни одной ржавчинки нет. Смотрите дальше. Вот колесо зимнее. Видите, протектор другой. Тут у меня шипы, камешки с прошлого года еще. Это я одной гайкой наживил, чтобы колесо стояло ровно, чтобы три остальные крутить нормально было. Графитовая смазка. Пользуюсь я уже, ну, лет 10. Вот смотрите, что я делаю. Сейчас многие скажут, так нельзя делать, будет отворачиваться. Нифига не будет, если вы завернете с хорошим моментом. Ну, то есть для колеса, я думаю, момент где-то 140-150. Вот видите, что делаю. Прям вот наложил на эти болты, на эти шпильки, хороший такой слой смазки. И заворачиваю. А это потому, что зима пройдет, а они у меня не закиснут. И когда я буду весной отворачивать, чтобы поменять колеса, я мучиться не буду. Сейчас вот притяну хотя бы один. Вот так вот. Колесо, оно там гнезда в самом диске штамповано на конус. Вот. Поэтому вот это я могу сейчас открутить и то же самое смазать. Рукой немножко неудобно, поэтому я сейчас покажу. И на этом все. То есть на что нужно обратить внимание, когда меняешь диски. Обязательно смазывать шпильки. Делаю я так уже, ну, минимум лет 30. Ни разу у меня колесо не открутилось. Все, всем пока. Меняйте диски.